Всех хорошо приветствую, дорогие друзья. Итак, попьет август, 3 августа, время 12:01. Начинаем пробивать лесок. Выбрал такой лес. Ну, тут низинка. Думаю, дай-ка пройдусь, может быть, что-нибудь есть. Так, ну и поперли сигналы. Там пошло вот ГВ, а тут рядом еще пару сигналов. Где-то, да, в лунках? О, что-то есть. О, точно, смотри-ка, блин, гильзач. Гильзач. Гильзач, 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 ГВ пошло. Гражданская война пошла. О, Ремингтон. Да, Ремингтон, смотри-ка. Ремингтон попёр. Ну-ка, еще сигналы. Где-то здесь еще был. Ага, в этом комке он. В этом комке еще. О, еще один, смотри. Точно, настрел какой-то. Интересно, большой, нет? О. Еще одна. О, тоже Ремингтон. Ну, походу, из одной обоймы, наверное. Тоже Ремингтон. Ну-ка, две. Еще есть. Еще здесь где-то было. Так. Здесь где-то был сигнал еще. Я что, не докопал? А, нет. Вот здесь. А, это нет. Это пробка. Это пробка. Вот гильзач. О! Обломки еще звенит. Еще звенит. Смотри-ка. Еще где-то надо докапывать. Вот. Одна. О! Пинпоинтер просто заглючил. Не, ничего нету. Вот еще. Еще одна. Смотри-ка, гражданка придет. Нифига. Давно на стрелов не находил уже. Тоже Ремингтон. Да, это с одной партии. Тоже Ремингтон. Все Ремингтоны. Сейчас буду еще прозванивать. Возможно, еще есть. Немного перешел, нашел такую моднейшую полянку. Травы нету вон. Обалденно. Можно ходить. Вообще, по красоте. Ну и что ж поделать, ГВ-то. Немножечко ГВ есть, немножечко ГВ есть. Даже целый один попался патрон. Вот я его лопатой шуранул, блин. Вот пуля. Или это, или... А, вот она, да, вот это. Вот она, со следами, он свежими. Так, портсигар попался вот такой вот. Раз, гильзач, два. И все Ремингтон. А нет, один кайнок, по-моему, где-то был. Нет, Ремингтон. Ремингтон. Ремингтон вон белый. Все Ремингтон. Все вообще, да. А вот, да, кайнок. Целая была кайнок-то, блин. Рубль ходячки. Вот, немножечко, да, есть. Немножечко гражданки есть. Ну и сейчас советик попался. Вон там вот, за этой кучей. За этой кочкой. Попался первый ранний советик. Ну вон вообще красота, блин, травы нету вообще, класс. А то в последнее время, блин, по таким лесам лютым гонял. Травище по пояс. Фиг помашешь катушечкой. Вон лежит монетка, наконец-то, смотри-ка, ранний советик. Обалденно. Обалденно, блин. Я уже отчаялся, что-то думаю, монет нету. Двадцатка, да, какого-то 30-х каких-то годов. 30-х, 40-х. Пойдет? Ну, сейчас походим здесь, посмотрим. О, какой-то старый ключ попался. Старинный, интересно, нет? Тут потому что вот где-то изба стояла, помню. Где-то чуть подальше, вот, помню. Находил. Ну, кстати, находок не было. Крестик один только нашел, 19-й. Интересно, старинный, нет, ключ? Хз, хз. Ну, прикольно. Забираем, забираем. Забираем. И двигаем далее. Так, 14:45. Вот это уже интересно, вот это уже интересно. Пятак, походу, ранний.
О-о-о. Огонь. Огонь. О, цепанул, блин. Ну ладно, 46-й год, частый. Еще и убитый. Да? Где 33-й? Где 33-й? Кто мне там писал, что нашел 33-й год, блин? Я давно не слышал, чтобы кто-то находил 33-й. Ищем далее. О, ГВ продвигается. Ты смотри-ка. Еще патрончик попался. Опять шандрахнул лопатой. Ну-ка, что там у нас? Какие чекухи? Он гнилой уже. 16 после, или кайнок, вроде написано, да? Не вижу. А, US. Ага, СССР, этот самый, в смысле, американка. Прикольно. Ищем далее. Да, травище, блин, конечно, дохренище. В лесу. Так, местами еще можно какие-то походить. Вот. Как бы так, так вот. Немножечко там пройдусь, немножечко здесь. Надо будет здесь осенью и весной еще походить. Будет следующих. Ну, в общем, что у нас? Еще монетка какая-то. Давай глядеть. Походу, какой-то советик ранний, да, опять? О, 48-го года, 20-ка. Пойдет. Пойдет, ищем далее. Все, гоню домой. Время уже, сколько там? 5 доходит. Блин, травище везде, конечно, особо нигде не покопать. Так, немножко в лесочке. Кое-то, кое-где, кое-как. Кое-где, кое-как еще получается. Особо-то копать негде. Ну, ничего, хоть ГВ попалось, это хорошо. Буду знать, как-нибудь в том лесочке еще похожу. По осени или по весне в следующем году. Будем иметь в виду. В общем, такой вот выезд. Ну, а как вы хотели? Все по чесноку, все по чесноку. До новых встреч. До новых встреч. А я на реабилитации.